Администрация городского округа продолжает серию тематических мастер-классов для жителей. Сегодня встреча любителей рукоделия. Екатерина Курзаева много лет преподает технологию в школе, а в свободное время вышивает крестиком. В ее коллекции немало картин, дарит их друзьям и близким. На встрече Екатерина рассказала о своем увлечении и об истории рукоделия. Вышивка – это любимый вид рукоделия нами, многими женщинами. И он идет из древних времен. Еще с тех времен, когда первобытные люди сшивали свои шкуры животных, живыми, этих же животных. С того времени началась история вышивки. Материалами для вышивки в разное время служили нити льна, хлопка, шерсти и даже натуральные волосы. Украшали дома, одежду и предметы культа. В наши дни для вышивания крестом используют нитки мулине. На мастер-классе химчане изготовили открытку с элементами вышивки. Отметили, такое хобби доставляет удовольствие и отвлекает от рутины. Делаешь какую-то такую прекрасную вещь, замечательную. Говорят же, в творчестве мы излечиваемся, да? Мы как бы наполняемся энергией. Потому что у нас в основном-то энергия тратится на все, да? А тут мы наполняемся. Вот побольше бы, конечно, таких встреч бы нам. И есть разные виды рукоделия, да, и вышивка, и лентами есть, вот вязание, и крючком, и спицами. Это же макраме есть. Вот, конечно, бы, если бы еще провели вот такие мастер-классы, было бы замечательно. Представители администрации пообщались с жителями. Такие встречи будут регулярными. Смотрите, какие мы все позитивные. У меня есть предложение. Давайте мы в вашем лице попробуем сделать на сходне вот такой творческий клуб женский. Назовем его «Химушка». Какие мастер-классы проходят в Химках, информация на сайте администрации городского округа.